Так, ну что же, всем снова салют, дорогие друзья, с вами Роман, канал Ru Internet Game. Так, что-то джойстик перестал работать. Посмотрим. Ну вообще перестал работать, зашибись. Ага, странно. И с вами прохождение игры Sleeping Dogs. Давайте начнем. Так, начинаем, ну, продолжать. Что-то штекер плохо начал работать. Точнее, не штекер, а лунка для штекера. Она теперь плохо что-то работает, надо ее поменять, что ли. Или не знаю, их меняют ли вообще. Так, давайте уберем мышку и пойдем на миссию. Так, плохая примета. Выполняем вот миссию. И меня немного изменился голос, как ни странно, в связи с болезнью. Не знаю, чем я простудился, но какая-то зараза в городе ходит, вот. Сижу теперь с соплями, с кашлем. Сейчас вроде отпустило, стало полегче. Начал снимать дальше. Поехали! Ю-ху! Господи, страшно. Так, на сроки не сбились, я случайно там их изменил. Так, звук. Дун-дун-дун-дун-дун. Нет, на сроки все с ними в порядке. Поехали дальше. Так, что-то я не туда поехал, ладно. Окей. Все, валим. Валим отсюда. Из этого гиблого. О, местечко. Прикольно, я подлетел. Еще тише. Ну ты, блин. Зараза. Хоп! Еще тише. Все, вырубили. Вырубили ее совсем. Так, ну что же еще можно сказать? Я сегодня хотел бы снять Max Payne 3, который я скачал, установил. Но потом что-то у меня возникли технические трудности с ним. Как ни странно. Как и раньше, в принципе. Как и сейчас он что-то у меня заработал. Сегодня вообще день хороших новостей. Меня Max Payne заработал, мне с партнеркой все разрешилось лучшим образом. Я узнал, что мне деньги заплатят за предыдущие 2 месяца. Так, что-то я затормозил, окей. Так. Ну и все, да, и плохая новость, что болею. Так что вот, ну, пока лечу, все нормально. А тише музыку тихонько. Просто ставим. Так вот. Вот все. Ну и хорошая новость, что. Не знаю, что еще хорошего-то. Ну что, в городе тепло, наверное, хорошо. Только это не сильно меня парит. Сколько я дома сижу. Ну ок. Так, нам еще ехать 2 километра. Точнее, 1,5 километра до цели. Да, давайте посмотрим по мини-карте, далеко ли нам, коротко ли. Так, карта вот. Мы вот нам еще пилить да пилить, господа. Километра 3 это точно. Давайте, поехали. Куда? Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо. Больно, очень больно. Ладно, давайте я сразу скипну, там очутимся. Ну вот, мы почти уже приехали. У меня тут рекорд скоростного заезда. 30 секунд, мы слушаем какую-то симфонию, я не помню название. А лишь меня по авторским правам не заблокируют это видео, ну ладно. Она вроде тихо идет, я заглушаю ее, тем более мы уже приехали, это хорошо. Так, все. Все, так. Где-то здесь. Все. Да, вот на задании нашем. Приехали. Приехали, это хорошо, все. Слушай. Блин. Если я что-то скипать буду постоянно, точнее не скипать, а останавливать. Ой, аж красивый. Какая-то бабулька подозрительная очень. Вам не кажется? That can't happen. No, it cannot.
Tuchin must go. Danhai, he must not be removed by force. He must step down on his own, after which there will be an election. Why would he step down? Tuchin likes heroin. So far, he has managed to control his habit. Danhai, anyone who indulges as he does lives permanently on the brink of an abyss. Now, I've arranged for the quality of his supply to improve, and now you will give him a nudge over the edge. Okay. How? He is an immensely superstitious man. Ho Mai Songa, obsessed with feng shui. He cannot bear to have the slightest thing out of place. Ох, это уже начинает бесить немножко. Тем более... Так, проникните в машину краба. Краба, нормально. Езжайте в частный район. Окей, поехали в частный район. Только машина краба реально как будто из краба сделана. Видите, она вообще не поворачивает по сравнению с моим. А, она как-то вообще ржавая, видите. Прям для краба. Можешь... Я думаю, мне звонят по телефону. Послышалось. Так, как вырубить? Все, вырубили музыку, все. Приехали на машине краба. Кому мы приехали? О, я это самое вижу. Лечил. Не лечилку, а усиление здоровья. Мне их еще там немножко осталось собрать. Давайте возьмем. Еще надо один найти. И будет профит. Мы поправим свое здоровье еще. Что она синий, голубенький, этой фигней. Фигни станет еще больше, видите? В левом нижнем углу. Ужас просто, сопли текут как рекой. Так. Вот, мы нашли сейчас способ найти. Ты не хочешь на лифте? Давай тогда пешочком. В принципе, я не против. Ну, как-то их сложно будет убедить, потому что я как-то ниоткуда пришел в их ране. Так. Где-то. What the hell do you think you're doing? The boss's dog got out. We don't find it before he comes back, and heads will roll. Oh shit! I haven't seen it. Так, окей. Нам еще вниз надо бежать сейчас к другому охраннику, блин. А в GTA 4 на А зажал. Он автоматом бегал, как и в LA Noire. Там тоже в целом все было. А здесь что-то не хочет бегать. Ну реально, он старый краб. Какого черта? Нам еще нижнего же надо уговорить. Че там тормозил-то? Ужас. Реальный краб крабом. Вот это... Сейчас я задание еще провалю. Зашибись будет. Да, класс. Вообще зачетно. Вообще. Вот, блин, дебил. Так, вниз побежали. Где ты? Я иду за тобою. Оп! I live in the tower. The front door's busted again. Я иду за тобою. Убиваюсь мечтою. Даже не знаю, что говорить-то, блин. Я не знаю, я просто бегу. С крабом. Довольно херово, да. В самом деле, что произошло? Немного отдыхаю от импорта и экспорта. Так, видимо, здесь еще будет следующий охранник. Здорово. Реально, сопли рекоти. Да, он этого не видел, все побежали к верхнему охраннику, наконец-то.
Где он? Где ты, чувак? А как пройти? А где, как? Fuck you. Как он прошел? Fuck. Как он прошел? Господи, как он туда прошел? А, я понял. Блин, быстрее, вей, быстрее, 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 быстрее. Ой, самая багованная, по-моему, часть в этой игре. Так, Кай, побежали по второму кругу. Да, называется, когда World of Tanks не работает, мне приходится играть в игры другие. Давай. А World of Tanks, кстати, реально не работает почему-то. Да, 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 опять выбили. Побежали, краб. Так, бегом. Что-то я сегодня заходил, кстати, они не работали. Там какие-то техоработы. На всех четырех серверах, кстати, были. И я прям удивился. Ну, да я хотел Max Payne снять. Но Max Payne не залагал что-то сильно. Не залагал, в смысле, а затормозил. Потом я как-то понатыкал на клавиатуре клавиш, чуть не заблокировал пользователя. Я так заржал прикольно. Вообще просто ужас. Я представил, что будет, если я сейчас всех пользователей заблокирую. Там, кстати, еще какая-то фигня светится. Давайте туда сходим. Так, все. Так, бежим за крабом. Все, я понял, куда нам нужно идти. Так, давай. Нет, ты не хочешь мне ни Купера? Да, ты туда не влезешь. Печалька. Так как бежишь-то? Как-то ты не так бежишь. Как? На какой способ? Так, может? А то я гений. Давайте скроем. Почему бы и нет? Ой, я это люблю делать. Так. Чем-то Мафию 2 напоминает. А я любил в Мафии 2 открывать замки. Очень, кстати говоря, любил. Там быстро надоело. Первые миссии мне очень понравились, помню. Когда там, помню, зима была. О, статуэтка есть. Отлично. Так, где статуэтка? Как ее взять-то? Так, где она? А вот она. Блин, дебилин. Кай, падай. Он стоит же, да? Ага. А раньше-то не хотел? О, любимая, блин. Давай, зеленый, ты где? Ну же, давай. Да. Все отлично. Открывай. Вы нашли статуэтку. Так, залезать сюда, что ли? А как? А он все время захотел. Что за фигня? Так ты тут же ничего нет. Что делаешь? Там черное пятно. Поверните рояль. Это все к чему? Я не понимаю. Фига себе, это силач. Он килограмм, наверное, 200 весит. По идее, хороший рояль столько и весит. Привидение. Мистер Чао, это ты? Кто-нибудь там?
спрячьтесь за диваном. Как там? Тихо, тихо, прячься. А, с другой стороны надо было прятаться, окей. Итак, видимо здесь, да? А, все правильно. Здесь привидение. Здесь привидение. Стелс. Так, где это? Все можно покинуть частный район. Так. Зачем? Надо смотреться там наверху. А, нельзя открывать. Окей. Помню, наверху там что-то было. Ну ладно. Ой, как я это люблю, блин, ненавижу взламывать. А, ну, утискать не надо, это хорошо. Особенно, когда я, блин, у меня мозг вообще не соображает ничего. Так, тогда здесь 7 неправильно. Если это может быть 6. Здесь 9. Здесь 4. Здесь 6. 9. Если это 8, что? 7. 6 было. 5. 4 было. 3. 2. Ох, 0 было. Люблю такие. Я их очень сильно люблю, прям обожаю. Здесь вот один, здесь 9. Ага, здесь надо с чем-то поменять. Давайте 4. Здесь 9. Давайте 2. Здесь 9. Здесь 4. Здесь тогда будет 0. Здесь вот это 4. Здесь давайте будет 0 было. Так. 1, 2. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. 3 не было. По-моему, 4 есть. 5. Ага. Есть. Отлично. Все мы разгадали со второй попытки. И вот приезжает он. Отлично. Сейчас он очханет, я по-любому так думаю. Привидения все боятся. Блин, чихать. Будь здоров. Home on. Окей. Блин, все равно. До сих пор чихать. Ужас. Первый и последний раз. Не, второй и последний раз записываю серии больным. И больше этого делать никогда не буду. Ужас. Ужас. Так, скипаем. Скипаем и идем. Так, где ты? Куда ты убегаешь?
Меня подождите. Сюда. Давай. Садись уже. Какая прикольная. Какая резвая, гляньте. Какая резвая машинка. Вообще. Прям белка. Только для охраны. Чё, не открываете? А чё? Игнорируете нас? Куда здесь сидит-то? Куда? Покажите. Вылезай. Жирненький. Пошли. Так. Всё. Вот все. Миссия выполнена. Отлично. Блин, вообще уже сопли просто рекой текут. Так, все? Мы это сделали? Вот да. Че у нас вот по очкам? Триады сколько нам дадут? Вон таки много дали. На что уровень? Вот хорошо. Дядюшка умер. Ну окей. Ладно, давайте на этом закончим, что ли. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилась серия. Если она вам вообще понравилась. По-моему, ничего хорошего это и сильно-то и не было. Можете поставить лайк. Дизлайк. Ну, а лучше лайк, чтобы я побыстрее выздоровел. Всем спасибо. Всем пока.